Всем-всем-всем-всем-всем. Привет, ребят. В сегодняшнем ролике, я думаю, как вы уже поняли по его названию, я бы хотел с вами поговорить по поводу канала, его дальнейшей деятельности, вот, существованию, так сказать, планов на будущее в плане канала, в плане данной игры, вот, и обсудить некоторые моменты, которые так или иначе могут затронуть деятельность данного канала. Вот. Ну, в первую очередь, что бы хотелось сказать, чай, кофе, капучино, а вот плюшки, завтрак, обед, ужин, всем приятного аппетита. Ролик будет довольно-таки объемный, разговорный, но постараюсь выложиться лаконично и быстро. Вот. В первую очередь, что бы хотел с вами обсудить, ну, по поводу монетизации Ютуба, отмены рекламы, отмены платных подписок, вот, соответственно, и плюс еще добавилась уже блокировка на территории Российской Федерации Инстаграма и Фейсбука. Я думаю, все прекрасно понимают, что, в принципе, одна организация. Вот, и обсудить в первую очередь этот момент. Ну, по поводу Инстаграма и Фейсбука, для меня и для канала это вообще, в принципе, никак не влияет. Я думаю, все это прекрасно понимают. Это вообще никак не относится к роликам. Все будет продолжаться, но... окей, как бы вот так. Но нейтралитет, нейтрально. На канал это не повлияет. Монетизация. Канал у нас с вами довольно-таки еще маленький. Он до того уровня монетизации вообще, в принципе, не дошел. Вот, дойдет ли? Ну, хотелось бы, а там будет видно. Я прекрасно понимаю, что на только данной игре собрать большую аудиторию будет довольно-таки сложно. Вот, ну, естественно, и количество просмотров, часы просмотров и лайки, комменты, это все к этому относится. Вот, поэтому контент нужно будет разбавлять однозначно другими играми. Вот то, что вам будет интересно, плюс, возможно, новым подписчикам будет интересно, которые придут на этот канал. Вот тогда да. Тогда это все может, в принципе, развиваться, и тогда уже можно говорить о том, что монетизация и все вот это вот может как-то меня затронуть. Но сейчас ее нет, от слова совсем, поэтому я ничего не теряю, потому что терять было нечего. Вот. Для других, конечно, блогеров это все, возможно, в какой-то степени, я уверен, довольно-таки будет ощутимое. Но для меня это творчество, вот я не профессионал, не профессиональный блогер, который зарабатывает на Ютубе. Поэтому я любитель, пишу только для того, чтобы вам понравилось, чтобы вы посмотрели, потому что мне понравится и нравится смотреть статистику, что мои видео смотрят, они кому-то нравятся, комментарии, лайки, просмотры, время просмотров, количество и так далее. Вот. И, соответственно, обратная связь. То, что мы с вами можем пообщаться и в комментариях, в Телеграме, в чате, вот. И, соответственно, уже со многими я успел познакомиться, мы очень часто общаемся, вот что-то обсуждаем. Это все, вот, в принципе, для этого и делается. И я думаю, вы тоже здесь именно тоже поэтому. Вот. Ну, во всяком случае, я надеюсь. Вот. Ну, и плюс вам интересно смотреть мои видосы, мой немного нудный повторяющийся голос, вот, который все-таки по-своему, возможно, вам приносит какое-то удовольствие от просмотра данных роликов. Вот, поэтому, как бы, ну, здесь, ну, не страшно то, что монетизацию отключили. По поводу новостей о возможном отключении Ютуба и все, что с этим связано, возможно, я этого не знаю. Как это все будет, будем смотреть, но если вдруг это все произойдет, и пользователям из России не будет доступен Ютуб, ну, я там не сейчас не буду говорить про всякие там VPN, обходы и все остальное. Это нас не интересует. Это все равно будет дополнительное ограничение, дополнительная проблема, которую нужно будет преодолевать. Вот. И ну, комфортность пользования явно упадет. Несмотря на то, что он вообще, в принципе, будет запрещен. Может быть. Вот. Но в любом случае. А что здесь? Что будет происходить с каналом? Вот, ну, я посмотрю альтернативные платформы. Я сейчас видел, что многие блогеры там сейчас пишут за Трова,
платформу, некоторые пишут там даже за какую-то платформу на Яндексе, Дзен или как так, я ее, честно говоря, не смотрел, вообще никакие еще другие платформы не смотрел, но в случае необходимости зайду и заведу там аккаунт, переброшу, залью все видосы, которые есть на канале туда, вот, чтобы в случае чего вы могли и там тоже быть, найти их, посмотреть, вот. Если у меня будет возможность загружать видосы и на YouTube, и на вторую платформу, да, запасную, я буду это делать и туда, и туда. Вот. Поэтому, ну, здесь однозначно. Телеграм-канал я использовать для загрузки видосов, скорее всего, не буду. Потому что первое, Телеграм все равно потихоньку, но сжимает видосы. А смотреть какую-то мыльную оперу, ну, явно не очень интересно. Вот, и, соответственно, даже если я буду скидывать оригинал, да, который я пишу видос, вот, он может занимать, в принципе, до 2 гигабайт. Это довольно-таки много. И, ну, ждать там полчаса, пока вы загрузите весь видос, чтобы посмотреть и, ну, загадить себе, так сказать, память в телефоне или там в планшете, или где вы смотрите, я думаю, это тоже очень и очень неудобно. Вот, поэтому канал в Телеграме остается только для важных, полезных новостей, информации, вот, ну и так далее. Для тех, кто еще, кстати, не знает о его существовании, ребят, в описании на канале есть ссылка. Ссылка на Телеграм, на Инсту. Поэтому Телеграм-канал вы можете зайти, подписаться, чтобы не пропускать новости. Вот, это только именно канал, ну, если кто не в курсе, да, то есть там пишу только я. Вот, соответственно, кто там на него подписан и так далее, такой инфы никто не видит, если вдруг кому-то это важно. Вот. Но при этом в канале есть возможность и опция обсудить вот ту или иную новость. И тогда вы перейдете в группу, где уже, соответственно, вы сможете написать, сможете пообщаться с ребятами, кто есть там, вот, ну, либо заходит туда. Вот, сможете написать мне, сможете пообщаться со мной, если это нужно. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, почему я об этом говорю? Потому что если вдруг что-то срочно произойдет в плане на YouTube канала и так далее, вся инфа будет там однозначно. Ну, я надеюсь, телегу никто не тронет, платформа была, есть и будет, поэтому срочная инфа пройдет там, если здесь на YouTube уже будут какие-то нюансы. Вот. Поэтому по поводу YouTube. Ну, для начала давайте я немного так вкратце затрону себя. Вот о себе я еще, в принципе, ничего особо такого не рассказывал. Но я думаю, все понимаете, что есть публичность, есть личность и, соответственно, есть личная жизнь. Поэтому, ну, некоторые моменты освещать, конечно же, не стоит, а вот некоторые можно. Ну, для начала начнем просто с самых простых моментов. Вы видите прекрасно, да, что у меня канал называется Гэри, либо Гарри. Вот, кому как удобно. На самом деле, естественно, это мой, так сказать, ну, не псевдоним, никнейм, вот, можно сказать, даже прозвище. Вот, на самом деле зовут меня Игорь. Вот. Но так как мои друзья, знакомые с детства меня называли, свои друзья, да, в кругу, так сказать, называли Гарик, либо Гарри, то это ко мне привязалось, и по сей день я периодически, ну, как бы использую это все в плане никнеймов, так себя называю, вот, где-либо. Ну и, соответственно, даже привязалось, скажем так, в какой-то степени в моей жизни. Это, так сказать, второе имя, вот. Но оно в основном здесь, дома, да, то есть те, кто меня знают еще с детства, вот, очень давно, ребята, вот, поэтому они меня так называли и даже сейчас называют. Это не обидно, это прекрасно, нормально. Вот, поэтому кому как удобно, ради бога. А вот, что по поводу канала. Ну, ребят, давайте начнем с того, что родился и вырос я в небольшом городе Луганской области. Вот, ну, либо простыми словами, на Донбассе. Да. Вот. Поэтому в свое время, когда я учился в городе Харькове, была, в принципе, и создана эта учетная запись для Ютуба,
которые сейчас, в принципе, используются. Вот. И, естественно, местоположение и, в принципе, всецело учетная запись, она украинская. Вот. Поэтому, возможно, на меня какие-то ограничения не подействуют. Ну, хотя бы только из-за этого. А вот. Но так как территориально я все-таки нахожусь здесь, и в очень ближайшем будущем у меня будет переезд, вот как это все будет происходить через провайдеров, ну, скорее всего, под все блокировки я думаю, я попаду. Это однозначно. Вот. Но в любом случае, как это будет доступно там, я еще пока не знаю. Вот. Поэтому, ну, просто заранее, так сказать, всех предупреждаю в плане чего? В плане того, что, скорее всего, возможно, вот эту вот запостную какую-либо платформу я создам. Вот. И туда буду параллельно загружать одни и те же видосы. Чтобы те, кто пользуется и могут пользоваться Ютубом, продолжали оставаться на Ютубе. А вот, ну, а тех, у кого пока нет возможности им пользоваться, смогут использовать запасную платформу. Вот, и, соответственно, там продолжать смотреть видосы. Вот. Идем дальше. В плане всей этой ситуации, которая сейчас, в принципе, происходит, я бы хотел вам сразу сказать четко свою позицию. Просто чтобы все знали, все понимали. Вот. У нас с вами канал, он для игр, он про игры, в данном случае пока про одну игру. Ну, возможно, в перспективе будет больше игр разных и так далее. Но в любом случае это будут игры. Вот. Никакой политики здесь нет. Никакую политику я здесь не потерплю и видеть не хочу. Все на самом деле очень и очень просто. Я ценю и уважаю каждого из вас. И каждый из вас мне дорог. Каждый подписчик, каждый человек, который смотрит это видео и вообще в целом видосы. Поэтому каждый из вас имеет свою точку зрения, имеет на это полное право. Вот, и, соответственно, я не могу вас в этом ограничивать. Но я вас прошу сразу, что так как у многих людей, а точнее, сколько людей, столько и мнений, своя точка зрения, цените и уважайте не только свою точку зрения, но и точку зрения чужих. А как лучше всего это сделать? Правильно. На тех каналах, на тех местах, где они не нацелены на политику, свою точку зрения высказывать не нужно. Оставьте ее при себе. Просто уважайте себя и друг друга. Я не потерплю никакую политику вообще. Я ее буду удалять, если такие будут. Если нужно, буду банить, если на то есть необходимость. Мы с вами здесь собираемся исключительно для того, чтобы отвлечься от всех этих новостей, просто забыться, просто вот все там какие-то моменты, которые, возможно, у вас там за день были негативные, но вы зашли на канал, вы посмотрели видос, у вас там получили приятные эмоции, либо какую-то информацию по игре. Вот, и на этом все. Это цель этого канала и ничего больше. Все остальные моменты, пожалуйста, оставляйте их снаружи, за каналом и так далее. Я этого видеть не хочу. Я не хочу, чтобы вы обижали меня. Я не хочу, чтобы я обижал вас. Я не хочу, чтобы вы обижались на друг друга. Вот. Как этого всего достичь, я думаю, понимаете. Мы просто это не обсуждаем. Ни в комментариях, ни в канале, ни в группе под каналом. Вот. Пожалуйста, всем примите к сведению. Вот. Мы здесь собираемся для развлечения, для того, чтобы получить приятные эмоции. Это, в принципе, то, что я хочу для вас и получаю в обратную от вас, да, когда вы смотрите, когда вам нравится смотреть и так далее. Вот. Поэтому здесь очень важно, очень всех прошу, убираем это все сразу. Вот. На канале и в Телеграме модераторы я. У меня нет каких-то там других модераторов, поэтому я все равно это все просматриваю везде. Так или иначе, я вижу, канал небольшой, поэтому вот сразу буду удалять. Вот. Потому что я не хочу
чтобы это приносило кому-то негативные эмоции, и, соответственно, люди здесь получали негатив. Это сразу, это мы заканчиваем. Теперь по поводу планов на будущее. Планы на будущее по данной игре, по тому, что будет здесь происходить, какие я планирую моменты. И в целом, наверное, для канала. Ну, в первую очередь, по данной игре, по нашей с вами игре, Last Shelter, да, что здесь? Ну, во-первых, как бы то ни было, но уже довольно-таки много роликов я сделал по игре, поэтому периодичность, конечно, роликов может быть намного чаще, но боюсь, что либо я буду рассказывать одно и то же, то, что уже в предыдущих роликах рассказывал, вот, либо это будет просто настолько масло масляное, что просто будет ни о чем. Вот. Поэтому, если у вас там возникают какие-то где-то вопросы, пишите, задавайте. Если это все довольно-таки будет объемно в плане ответа, то есть нужно будет записать видос, показать наглядно, с удовольствием. А если нет, напишу в комментах, ну пусть и более развернуто, но напишу. Вот, если кому-то что-то нужно будет в плане, вот там, покажи, освети или еще что-то, или там выскажи свое мнение, ребята, пожалуйста. Если будут какие-то новости, либо, соответственно, какие-то ивенты происходить, естественно, я это буду освещать. Но, как вы понимаете, у нас в игре как бы, ну, ивенты, в принципе, похожие, периодичность. Мы с вами прекрасно понимаем, если там мне снимать Oblivion, который будет завтра, допустим, то это раз в 2 недели. Но я думаю, смотреть ролики раз в 2 недели не очень. Вот. Плюс какие-то новые ивенты. Ну, будем смотреть. А, в общем, я это все к чему. Вы сами можете наполнять данный канал контентом, который вас интересует. Просто можете написать об этом в комментах, что бы вы хотели посмотреть. А почему я так именно пишу? Потому что и говорю, в принципе. А, потому что люди играют в разных штатах. Кто-то играет уже 2 года, 3 года, 4 года. А кто-то играет первый год, кто-то играет вообще полгода. А, вот, ну, в зависимости, да, от разных моментов, когда начали играть. Вот, разные вопросы. Если вы не смогли найти ответа в каких-то моих видео, я вас направлю по ссылке без проблем на нужный видос. А если я понимаю, что такого я еще не освещал, вопросов нет, сделаем видос специально для вас, даже если это нужно будет только ради одного человека, как я, в принципе, очень часто это и делал. Потому что я прекрасно понимаю, что есть люди, которые, возможно, это тоже будет интересно, но они вопрос не написали или еще что-то. Ну, точно так же, как, в принципе, и подписчиков. Да, то есть в среднем канал смотрит чуть больше 1000 человек, вот, но подписчиков довольно меньше. Ну, я это понимаю, это все личное время, личное пространство, кто-то не хочет это все. Я не навязываю, говорю сразу вот эти все, да, подпишись, колокольчики и все остальное. Нет. Хотите, пожалуйста. Нет, ради бога. Это ваше личное дело. Окей. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы по данной игре наполнялось каким-то определенным контентом, вот, пожалуйста, идеи, предложения, я только за. Вот, во всем остальном, как бы, я уже осветил. По поводу ближайших планов пока, что я, в принципе, делаю. Я провожу там расчеты в плане таблицы, там, сводных и так далее. По поводу мощнейшего альянса и наших коробочек я хочу примерно это все просчитать. Вот, я понимаю, что там уже, скорее всего, есть таблицы. Я их еще, честно говоря, не смотрел. Посмотрю, но мне более четко и уверенно для себя это, если я это сделаю сам, потом это сравню, возможно, с какими-то другими расчетами. Пойму, все ли у нас сходится, да, нет. Вот, потом я это все сведу, постараюсь красивенько в фотошопе. Я не мастер фотошопа, говорю сразу, поэтому все, что я делаю там, буду делать это, я буду еще и параллельно учиться делать. Вот. Но в любом случае будем что-то колдовать. Вот. И, соответственно, потом уже вам это все предоставлю в пользование. Вот. На канале и так далее, в Телеграме вы сможете сохранить себе, сможете отправлять друзьям, знакомым и использовать. Это будет чисто статистическая информация там в плане кубов и всех остальных моментов, которые вы можете заработать, ну, потенциально. Мы с вами потом это все обсудим, посчитаем примерно, посмотрим, то, как собираются клинки и так далее. Ну, сколько времени, во всяком случае, на это будет уходить,
при каких-либо условиях. Вот. Второй момент, который здесь также у меня происходит сейчас, в принципе, на всех базах, это, как я уже говорил, это купоны. На всех базах у меня сейчас идет коллекционирование, так сказать, и сбор купонов. Вот, поэтому, как только база будет достигать 1000 купонов, ну, возможно, в некоторых случаях чуть меньше, там может быть 900 с копейкой, я буду сразу же, соответственно, записывать видос, вот, показывать вам, разделять вместе с вами свое счастье, радость и горе, выпали мне герои нужны или нет. Вот, ну, как вы понимаете, сбор купонов, а именно 1000, это довольно-таки длительный процесс. Вот, ну и как бы делать вам каждую неделю видосы в плане того, что вот смотрите, я за неделю собрал там 10 штук. Ну не знаю, если это вам интересно, если вы хотите, вот, плюс писать, сколько вы там собрали за неделю, не вопрос. Вот, если нужно, там короткие ролики можно такие делать. Но я просто к чему это все веду? К тому, что я готовлю вот этот вот контент, ну вот, по со всем своим базам, где я буду вскрывать и пробовать разных героев. Вот. Ну и, соответственно, вместе с вами это все тестировать по-своему, показывать. Вот. Это все есть, это все будет. Что касательно других игр, другого контента, который может быть на канале. Ну, здесь, во-первых, и в первую очередь, все будет зависеть от вас. Я пока еще к этому стратегически только иду. В плане того, что там софт, железо и все остальное. Вот там стримы, не стримы. Вот, все это пока в перспективе. Но в любом случае, если будет огромное желание, если будут люди, которые захотят какую-то еще игру видеть на канале, мобильную или ПК, это все будет обсуждаться, и это все в перспективе может быть. Вот. В большинстве случаев, конечно же, я пока рассматриваю больше такие ПК-игры, потому что мобильные игры, они у нас более узкопрофильные, с меньшей аудиторией. Но в любом случае я их не исключаю. Вот. Но опять же, все зависит от того, какая, насколько заходит, насколько она мне зайдет, насколько это будет интересно, ну, насколько на нее вообще будет, в принципе, хватать времени. Вот. В этом плане немножко с ПК-играми проще. Их там прошел, вот, и можно переходить к другой. Вот. Не настолько. Хотя как бы есть онлайн. Ну, не суть. Игр много, здесь можно будет подумать, вот, но это только, опять же, в перспективе. Если, как говорится, поднадоест уже эта игра, то будем, возможно, переходить на другие. А вот, надеюсь, тоже будет как бы заходить. Но, возможно, сможем найти новых ребят, друзей, знакомых, которым будет это интересно. Вот. Это то, что касательно, в принципе, планов. Естественно, канал забрасываться не будет, я этого не планирую. Планирую в основном наоборот более увеличить интенсивность, но опять же за счет того, что возможно будет еще и другой контент. Вот, потому что ну, в нашей с вами игре ну, каждый день делать разные видосы немножко сложно, просто потому что даже не о чем рассказать, либо я уже обо всем рассказывал. Я думаю, вы это тоже прекрасно понимаете. А многие из нас, так же, как и я точно так же, как и вы, ну, каждый день, там, каждый вечер захожу на YouTube что-то посмотреть. Я думаю, все себя на этой мысли ловят. Вот, поэтому, ну, выпускать раз в неделю, раз в 3 дня, раз в 5 дней, видос 2. Вот, ну, понятно, что и загруженность другая, но это все равно не то. Вот, поэтому в планах, конечно, нарастить. Нарастить и выпускать больше, ну, и плюс, во всяком случае, стабильно. Не знаю, может, там через день или еще что-то, но в этом плане. Вот таким вот образом это все планируется. Если будут две платформы, да, то есть, о чем я говорю, запасная, будем развивать и там, и там. Вот для меня, как говорю сейчас, это не принципиально, и это вопрос, не финансового плана, это вопрос творчества. Вот. На этом у меня все. Всем будьте здоровы и
Как говорится, увидимся в новых видосах. Пока-пока.